Спортивное программирование – термин, который ввел в оборот мой коллега и друг, декан Матмеха УРГУ, а сейчас директор Института математики и компьютерных наук Уральского федерального университета, бессменный главный тренер тех команд, которые в 21 веке так успешно представляют Уральскую школу компьютерного программирования, студенческого программирования на мировых чемпионатах по программированию. Магас Раскимович Асанов сказал о том, что, конечно же, сам термин «спортивное программирование» может быть и не совсем точен, поскольку спортивная составляющая является очень важной. И, конечно, любой программист, любой производитель софта, компьютерного софта, он заинтересован в том, чтобы соревноваться с кем-то, потому что только в соревновании, только вот в этом спорте ты можешь отточить свое мастерство, ты можешь узнать массу новых людей, массу новых идей, массу новых умений можешь получить. Ну и самое главное, пожалуй, ты можешь заточить себе под очень важные задачи, ты можешь подвергнуть себя постоянному апгрейду, то есть обновляться. Все-таки главное, наверное, это составляющая образовательная, по крайней мере для нас, для Уральского федерального университета и для всех университетов, которые принимают участие и в открытом чемпионате Урала 2013 года, Ural Open, и в матче гигантов Россия-Китай, 5 российских университетов и 5 китайских университетов, и в World Finals ICPC, то есть в мировом финале чемпионата мира по компьютерному программированию, который пройдет в конце июня, начале июля этого года, 2013 года, в Санкт-Петербурге. Вот через это, через то, что ведущие университеты планеты стремятся заполучить, заманить, да, обрести лучших молодых людей, в том числе и на образовательные программы по компьютерной безопасности, по информационным технологиям, много почему еще. Вот через все вот это, через призму этого мы смотрим на это соревнование, как университеты. Ну и, конечно, есть третья сторона. Третья сторона – это работодатели, это глобальные корпорации, средние, небольшие компании, все те, кто занимается производством программного продукта, математического обеспечения, все те, кто занимается вообще информационными технологиями, включая телекоммуникации и многое-многое другое, они, конечно же, будучи заинтересованными в притоке молодых перспективных кадров, потому что если ты не обновляешься, то тебя просто перегонят, обгонят на этом очень конкурентном рынке. Вот эти компании от глобальных, от монстров, от лидеров глобализации в информационных технологиях до небольших скромных компаний, до стартапов, собственно говоря, они заинтересованы в том, чтобы заниматься хед-хантингом, скаутингом и так далее, они внимательно следят за этими соревнованиями, потому что здесь соревнуются лучшие программисты планеты, континента, страны, региона и так далее. Ну а примеров успешных карьер очень много, и мы прекрасно понимаем, что те, кто сегодня съехался в Екатеринбург, очень даже возможно, что через 5 лет они возглавят отделы ведущих корпораций, возможно, откроют свои небольшие на начальном этапе бизнесы, а лет через 10-15 они будут управлять миром, в том числе и моим поколением, через компьютерный софт, потому что планета развивается, планета движется, человечество становится не таким, каким оно было, и остановить это движение невозможно, значит, нужно участвовать в нем и по возможности возглавить его.